Мария, также Мари, Вильгельмина Фриберг. Шведская оперная певица, известная благодаря своим любовным отношениям с королем Швеции Оскаром II, от которого она предположительно родила двоих сыновей. Мария родилась в Стокгольме 5 января 1852 года. В 1883 году Фриберг привлекла внимание шведской прессы, когда, выступая в Малом театре Стокгольма в роли невесты в пьесе «Странствия счастливчика Пьера» Августа Стринберга, появилась на сцене в брачном венце с личной монограммой Оскара II. В газете «Dagens Nyheter» была опубликована статья, где утверждалось, что Фриберг с двумя сыновьями живет в доме, который снял для нее монарх, который также является отцом этих двух мальчиков. Мария выступала на сцене Королевской оперы в Стокгольме. В 1891 году она вышла замуж за французского дворянина Паскаля де Абербара, виконта де Феррусака. Виконт также усыновил двух ее детей, однако уже очень скоро супруги расстались, и в 1893 году Мария вышла замуж за Эдварда Лемона. Примерно в то же время она эмигрировала во Францию и жила в Париже. Там же она и скончалась 16 сентября 1934 года в возрасте 82 лет. Похоронена в Стокгольме вместе со своими родителями.